собственно, мой кот Вася не совсем понимает, что здесь происходит. Так что давайте разберемся. Всем привет! Всех приветствую на канале Мистер Поделкин Ц. В сегодняшнем видео я вам расскажу, как же можно изготовить тестер проводников, полупроводников и самой обычной зажигалки. Куда? Нельзя. Вот, в зажигалке. Зажигалка необычная, зажигалка с фонариком. В зажигалке есть вот такой вот. Такой вот фонарик. Вот так он выглядит в разобранном виде. Собственно, извлекаем эту металлическую часть, вместо нее вставляем провод. Один провод. Отдай! Второй провод мы подключаем к ножке светодиода. Именно к той ножке, к которой прикасалась эта железячка. Провода у меня от витой пары, то есть от того кабеля, что дает вам интернет. Давайте быстренько проверим. Работает. Только смотрите, не замкните на обратную сторону провод, на вот эту, потому что работать не будет. И вот, тихо, не отвлекай меня. И вот в итоге получилось вот такое устройство. При замыкании вот двух вот этих проводов, что ты уже жрешь? Нельзя. Вот при замыкании двух вот этих проводов у нас горит светодиод. Получается, если мы возьмем полупроводник, то есть диод, в ту сторону, в которую он проводит ток, светодиод будет светиться, в обратную не будет, если светодиод исправен. Вот, видите, да? В эту сторону работает, то есть это рабочий диод. То же самое касается диодного моста. Вот. Диодный мост — это что? 4 диода. В эту сторону не светит. То есть диодный мост исправен. Ну, так нужно 4 диода проверить, а не один. Вот у меня 100% нерабочий транзистор. Давайте проверим. Первая ножка, вторая. На всех звонится. Короче, транзистор полностью пробитый. 100% это уже хлам. Также можно проверять и проводники, а не только полупроводники. Вот, например, сетевой компьютерный кабель. Давайте мы его проверим. Один контакт сюда, другой. Вот, звонится. Давайте подключим сюда. Вот, не звонится, звонится. Теперь средний, заземление. Звонится. На вот этот не звонится, на вот этот не звонится. Все, в общем-то, и правильно. И здесь не звонится. То есть вот у меня полностью исправный сетевой кабель. Ну, согласитесь, вот такой вот девайс значительно дешевле мультиметра. А если вам нужно просто кое-что проверить, например, вот как вот этот вот кабель или диод, то проще сделать вот такое вот устройство из старой зажигалки. Лайк за кота, как минимум. Подписывайтесь на мой канал, дальше будет интересней. Всем пока. Ух ты.